являюсь представителем генерального подрядчика, выполняющих строительно-монтажные работы по улице Мира, города Сарабельск. В чем заключаются работы? Первое – это прокладка водоканализационных труб. Второе – обустройство канализационных колодцев с монтажом люков на них. И третье – это прокладывание асфальтобетонной смеси. Первоначально готовился проект на частичную укладку асфальта, но буквально несколько дней назад было принято решение руководством города и области по увеличению дотации, то есть добавки бюджетных средств для полной прокладки асфальта по улице Мира. Мы надеемся, что в ближайшем будущем городу Сарабельск будет выделяться больше бюджетных средств для его благоустройства, и все улицы будут выглядеть примерно как улица Мира.